Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я получила посылку. Вы знаете, когда пришла на почту, я очень удивилась, что мне преподают такую вот маленькую плоскую посылочку. На картинке, что я заказывала, там было что-то такое вот пухленькое. В общем, давайте мы будем открывать и смотреть. Что же тут есть? Но по номеру это моя сумка. Моя новая сумка. Так, я сейчас зайду на канал, посмотрю. Что-то он не хочет. Не хочет грузиться совсем. Так, где тут? Где тут? Как тут распечатать? Что-то она была расклеена, что ли? Липучкой как-то склеено тут чуть-чуть. Странно. Странно это. Я боюсь порезать там что-то внутри, потому что тут что-то мне не очень нравится, как тут она запечатана. Как ее тут разрезать? Главное не порезать внутренность этой посылки. Я взяла маленькие ножнички. Попробую разорвать. Попробую сейчас разорвать. Там еще пакетик есть внутри, вижу. Так, но все равно буду. Все равно постараюсь рвать. Вот так. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это сумка. Так ее смяли совершенно. Помяли. Так, где тут открывается? Молния работает. Вторая работает. А третья? Третья тоже работает. Так, здесь один единственный ремень. Не нравится мне ее так сплющили, но нет, чтобы туда положить надувной пакетик. Сумка такая вот малюсенькая. Что-то мне захотелось маленькую сумку. Так, что тут у нас, как, что тут, как тут прицепить карабинчики. Так. Вот так вот их. Не хочет такие крепкие карабины, что ай-яй-яй, совсем не хочет одеваться. Так, надо не на весу держать, а опустить сумку. Может, так у меня получится, так у меня получилось. Так, и вторую сторону. И вторую ручку. Девчонки, я никогда не носила таких маленьких сумок. Самая маленькая у меня была моя рыжая и белая, с которой я все время ездила в отпуск. Так, выглядит она вот так вот. Некрасиво совершенно выглядит в таком вот виде. Сейчас я в нее положу вот этот вот пакетик. Мы сейчас ее обкрасивим. Так, этих карманов никаких внутри нету. Вот три отделения таких. Этот поменьше, два отделения, можно сказать, что одно отделение, второе отделение пошире. И такой вот карман. Что же мне сюда еще подсунуть, чтобы как-то смотрелась она поинтересней? Вот. Неаккуратный продавец, скажем так. Как-то она, не пойму, что здесь совершенно помята. И смотрится она не так, как мне хотелось бы. Не так, как мне хотелось бы. Почему-то она не выправляется. Донышко, смотрите, она как-то смотрится не такая она ровненькая. Чтобы-то сюда еще положить. Положить-то прямо и нечего.
телефон там, второй телефон где-то. Так, сейчас мы что-нибудь найдем. Сейчас мы что-нибудь найдем и что-нибудь положим. Чтобы посмотреть, какая она, что в нее поместится. Так, это кошелек. А кошелек не помещается. А кошелек не помещается. Она меньше кошелька. Нет, он поместится, но я боюсь, что... Так, вот это вот вытащим и попробуем один только кошелек положить. Я боюсь, что если я его буду так каждый раз запихивать, то он разорвет мне молнии. Вот. Да, уголочек тут не помещается. Так что если будете заказывать, то здесь нельзя будет носить кошелек в этой сумке. Нельзя будет. Так, вот это мы положим сюда. Так хочется ее привести ее в приличный вид. А ее так измяли, что вообще кошмар какой-то. Как-то вот дно помяли совсем. Какая-то она совсем мятая. Вот. Вот такая вот сумочка. Есть разного цвета. Есть черная, есть белая. Приятная очень на ощупь. Мягенькая, совсем мягенькая. Ну вот единственное, что неаккуратно ее отправили. Могли бы, конечно, отправить ее внутри, напихать и послать ее очень хорошо, аккуратно. А здесь она получилась очень кривая. Очень такая вот размятая. Ну вот такая вот. Я вам ссылочку на эту сумку, конечно, сброшу. Вдруг вам захочется такую сумку, вы сможете заказать. Кто любит очень маленькие сумочки. А мне придется сейчас привыкать. Придется привыкать, не носить деньги с кошельком здесь. Маленькие кошельки я не люблю. Вот. А так она очень приятная. Приятная, легенькая, как пушиночка. Вот. Вот такая вот сумка у меня теперь. Вот так вот на страничке выглядит сумка. Не знаю, почему здесь показывают не в долларах, а в российских рублях. Есть черная. А это какая? Серая. Розовая. И белая. Вот так вот. Вот так вот выглядит сумочка. На картинке она выглядит гораздо лучше, чем на самом деле. Ну вот и все, мои дорогие. Вот так вот.